помощь рыбоподобного существа на болотах удивила героев. Им был дарован сосуд с магией внутри, но они пока не знали, что с ним делать. Последовав совету русалки, Амадей, Понтий и Зоя направились в Черничный лес. 13 глава. Черничный лес. Амадей, можешь объяснить, что в сосуде? Какая-то светящаяся жидкость. Очевидно, магическая. Но для чего она, я знать не знаю. Ну, явно что-то будет, наверное, плохое. Так, это по-любому надо спуститься, да? Нет. По-любому нет. Герои тройки. Найдите мое дерево в лесу, и я помогу вам. Еще никогда не бывал в таком удивительном лесу. Полагаю, вскоре мы встретим еще одну рыбу. Что ж, пойдем к брату русалки. Он знает, что делать. К брату русалки. Письмо. Добрый сэр Понтий, мы приглашаем вас на соревнование по поеданию пирогов в деревне Утес Пройдох. В нашем поселении и пирогах нет ни одного гоблина. А если бы и были, то вы сразу сразили бы их мечом. По скриптум, это не ловушка, честно. Честно. Хорошо, будем сражаться. Какие же милые люди в этой деревне. Ладно, Понтий повелся. Не, ну конечно, пойдем проверим. Так, а я могу же вас убивать так? Даже всех сразу. Так проще даже. Так, по-моему, там что-то наверху должно быть. Может, конечно, и нет. Но мы проверим. Там ничего нету. Там ничего нету. Теперь у Зои есть волшебная веревка. Привязывая веревку к незакрепленному предмету, продолжайте удерживать правую кнопку мыши. К незакрепленному. Пока не понял. К незакрепленному. И что нам это даст? Так, давайте еще раз. Раз. Зажал. И что нам это дает? Так, что нам это дает? Волшебная веревка. Предмет, привязанный к веревке Зои, становится невесомым и парит в воздухе. Эта способность станет доступна, как только вы наберете сражение достаточно опыта. Прикрепите волшебную веревку к объекту, удерживая V или правую кнопку мыши. Отпустите веревку с помощью правой кнопки мыши. Так, ну допустим. V. Вот так проще. Два раза нажимаешь. Либо удерживать правую кнопку мыши, что, кстати, не очень удобно. Хотя, если ничего не нажимать, то есть вот сейчас я зажал правую кнопку мыши, ничего не происходит. Это как бы прикольно, но и не прикольно. Что-то есть в этом прикольного, что-то есть в этом неприкольного. Здесь смысла этого, конечно же, нет. Так, ну допустим, если так, это убрать. Смогу ли я сам туда забраться? Ну, не совсем уж невесомая.
привяжите к крюку. А, она тянучая становится. Хорошо. Конечно, будет сложно, но что поделать. Сложно тем, что надо... Понятно, надо просто удерживать. Так, а тут как... Видимо, так. Допустим. Опять же, надо удерживать, потом нажимать. Ну, либо на V. На V будет... Надо привыкать. Так, второй раз не привязывается. Ясно. То есть один раз. Есть там что-нибудь наверху? Нет. То есть мы можем сделать вот так. Допустим. Раз. Высоко, высоко, высоко. Слишком высоко. Привязать сюда. Нико создал. И что там есть? Ничего там нет. Так, мы себя уже не поднимем. Так, надеюсь, там ничего сверху нет, потому что если мы сейчас будем так тестировать. Здесь можно и так перепрыгнуть. Явно надо было там забраться. Я подумал, вдруг что-нибудь наверху есть. Топните по бревну. Пару раз, да? Хорошо. Позвольте осмотреть вашу лапу, мистер Медведь. Прям хорошая... Будет превьюшка. Так уже будет плохая превьюшка. А, ничего не делать. Так, ну и так. Давай. Не, ну он себя ведет больше как собачка. Не знаю, может, конечно, медведи так себя и ведут. Скорее всего, да. Он больше ведет себя как собачка. Так, а мы все собрали. Глазки закрыл. Так, сейчас что-то нам дадут, да? А, нам уже дали волшебную веревку. Так, а здесь что? Волшебные уловки. Зоя обретает способность бросать свою волшебную веревку во врагов, захватывая и удерживая их. Ловите врагов с помощью волшебной веревки, используя правую кнопку мыши. В принципе, неплохо. Единственное, что 3 требуется. Можно заряженный щит снов убрать. И взять волшебные уловки. Если, конечно, про это не забыть потом. То можно, в принципе, этим пользоваться. Ясно. Ну, почти. А, все понятно. Не слишком ли мы доверчивы к этим лесным духам? Мне кажется, они знают больше нашего. К тому же, если мы и найдем принца, то я понятия не имею, что с ним делать. Как и маги, потому они и заперли его в подземельях Астральной Академии. Возможно, из добрых побуждений, но это было ошибкой. Ну, значит, идем вперед и надеемся на лучшее. Впрочем, ничего нового. Вообще, мне кажется, немножко голос Зои здесь не подходит. До этого как-то какой-то у него был более естественный, а здесь какой-то более, не знаю, вульгарный, что ли. Как-то не очень все это ехидно звучит. Ну, как есть, как есть. Так,
что-то спрятали. Пятерочку спрятали. Так, мы уже, наверное, что-нибудь пропустили всяко. Так, это у нас письмо. Всяко что-нибудь пропустили. Оказывается, что нет. Хорошо, идем дальше. Волшебную веревку можно отмотать подлиннее, чтобы поднять привязанный к ней предмет. Висеть на волшебной веревке нельзя. То есть надо будет перепрыгивать. Это да, колесико мыши вверх кручу, и она ее отматывает. А это зачем? Угу. Так, так и так. Этого, наверное, достаточно. Так, под водой плавать нельзя. Здравствуйте, мистер Медведь. Мистер Медведь. То есть так не получается? Нет. А почему здесь глубоко? Контур не зажимается, то есть якобы нельзя под воду нырнуть. Ладно, тогда через доску. В принципе, ничего нового. Это нам здесь не то. Так, а я зажал кнопку, ничего не произошло. Через V. А, то есть именно только на предмет. Ну ладно, так, сейчас мы там помрем, да? Ну, либо так. Так, а что мы могли сделать? Потом подпрыгнуть просто. Наверное, так. Надо вверх. Значит, надо сделать квадрат. Собственно, веревка. Привязать. Не то. Привязать. Короче, теперь все через веревку. Надо пускать. Чернику ест. Так, здесь тоже надо через эту. С нужный нам момент. Допустим, здесь. Дальше поднимаемся. Дальше не получится. Даже так не получается. Можем пока отвязать. Это было, конечно, слишком быстро, но мы смогли. И все хорошо. Показывайте нас дальше. А это, видимо, что если вдруг... А, здесь даже секрет был. Ну, не секрет, а опыт. Умрем. Ничего страшного. Здесь не очень понятно. Далековато. Так, что нам сделать можно? Можно сделать что? Хотя бы так. Здесь что-то надо перекинуть. Можем, конечно, так перекинуть. Это не сильно нам поможет. Хотя... запрыгнуть. Был бы там квадрат. А, можно так. Точно. Точно. Вот обратно уже никак. Так, мы сделаем проще.
Зачем нам все эти выкрутасы? Понятно, зачем. Все равно сделаем проще. Надеюсь, там ничего не было. Вроде нет. Здесь, наверное, надо было здесь квадрат поставить, там квадрат и просто... Он хочет бабочку съесть. Но это, я так понимаю, все разные медведи или это один и тот же? Этот что? Медведь куда проворнее меня. Хо-хо-хо, дайте ему белую накидку, и будет вылитая Зоя. Здесь, конечно, надо по-другому проходить. То есть здесь надо было делать так, поднимать наверх, цеплять, потом, видимо, это тоже цеплять. Как-то так, что ли. А, можно вот так вот и тоже выбирать расстояние. Слишком далеко. А если нижнее? Только в прыжке и нижнее тоже. В общем, долго нельзя. Или нет, вообще не так. Короче, так нельзя. Так плохо. Давайте по стандарту. Не получится. Значит, получится так. Нет. А вот так получится. Хотя бы так. А под водой разве тоже можно? Да, под водой тоже можно нажимать. А вот здесь еще что-то. Так нельзя. Так, ну получается, здесь по-любому надо сначала туда забраться. Здесь только рыцарем. Только сверху. Тайничок. Там, по-моему, на... Не, направо нельзя было. Так, вон там сундук. Сундук мы, естественно, заберем. Каким-то образом. Ну, собственно, попробуем сначала простым способом. Самым... А самым обычным не получится. Так тоже не получится. Значит, нам надо что? Ну, допустим, поднять не получится. Я все-таки хочу через вот это. Просто не там зацепился. Можно с другой стороны зацепиться? Вот, можно здесь зацепиться. Вот, как-то так. И как-то вот так. Почему нет? Потому что не та кнопка. Причем наклон не меняется. А, все, наклон можно менять. Все, получается вот так. А вниз нельзя. Веревка слишком длинная. Давайте просто нет, успеть не получается. Так, тогда мы берем. Сейчас же не получится. Надо новый брать. Чуть ниже. И ниже нельзя. Тот краще, что ли, попробовать. Ну, что-то близко, но не то. Что-то близко. Прям чересчур какая-то волшебная. Сейчас получится. Так, а сундук? Где был сундук? А, вот он прям здесь. Даже я не знаю, что и сказать.
качели. Что еще можно сказать? Качели. Безделушка. Качели. Шесты. Платформа шеста. Так. Картотичный шкаф у нас еще будет. Это у нас качели. Сокровища мы еще не нашли. Письмо мы нашли. Короче, осталось только сокровища. Что по пропускам у нас? Мы вот здесь много чего пропустили. Так, ну давайте забирать. Здесь у нас три пропуска. Наверное, где-то наверху. А там наверху нету. Так, тогда внизу. Мы уже уходим. Здесь тоже ничего нет. Здесь можно и так, в принципе. Или так. Так нельзя. А, вот так можно. Так, кстати, проще всего. Так, и где у нас? Где-то здесь. Здесь, наверное, я тоже пробовал наверх забраться. Там тоже ничего нет. Снизу. Пусто. Здесь снизу. Пусто. А, вон там. Вон три штуки. Так, я просто проскакал мимо. Так ничего не будет. А, туда так нельзя. Так, значит, что мы делаем? Собственно, как тогда и проходили, так и проходим. А теперь надо как-то забраться наверх. Как нам это сделать? Это уже уехало. Можно вторую. Просто банально допрыгнуть. И все. Три штуки взяли, и хорошо. Нам больше вот и не надо. Так, теперь три здесь. Так, где у нас здесь? Так, в принципе, я могу на V нажимать, и она меняет веревку. На правую кнопку мыши задерживать только изначально будет обычную веревку кидать, а потом уже переделать ее в призрачную. Вот эту. Волшебно. Так, ну я тоже понимаю, а мы здесь... А, так мы эти три не забрали. Я думал, мы забрали краски те, которые нам нужны. Может, здесь что-нибудь? А, вот они. Все, три штуки взяли. То есть, смотрю, вроде как та же самая карта. А, хорошо, мы, видимо, три вот отсюда забрали. Да. Так, и здесь у нас семь. Это много. Рыб. Напомните-ка, почему мы помогаем принцу? Мы герои. Герои помогают людям. Вряд ли ты бы захотела остаться одна, будь на тебе проклятие и ни одной родной души вокруг. Мало кто в королевстве решился бы помочь Селию. Но с нашими способностями мы должны хотя бы попытаться. Кроме того, так мы спасем и остальных. Ведь если принц успокоится, то кошмары исчезнут. Ладно, уговорили. Так, что-то где-то здесь. А где здесь у нас, в принципе-то, места и нету. Там мы забрали. Здесь наверху где-то. Там ничего нету. Здесь мы все забрали. Ну, то есть только туда самому попасть. Может быть. Честно говоря, что-то я сомневаюсь.
Хотя... Как мы туда попадем? Не, мне кажется, там, наверное, пусто. Если что-то здесь сверху. Хотя тоже сомнительно. Может, внутрь надо залезть? Конечно, попробуем, но что-то мне кажется, вряд ли. Да, туда не запрыгивается. Здесь, собственно, ничего нет. Поливать здесь вроде ничего не надо. Это уже следующий уровень. То есть мы взяли 3 отсюда, и все. А надо еще 7. Там мы тоже забрали. То есть где-то в этом месте можно дальше продолбить. Серьезно. Да. Но это был единственный вариант. Вот там как раз кисемис и сокровища. Отлично. А, туда нельзя, да? Так, будем думать, что мы можем. Мы можем кинуть ящик. Вот это печально. Вот так, наверное. Вот, вот так. Вот так отлично. Так и надо было. О, нет. Как ты там учутился? Плюшевый мишка Амадея. Так, это у нас последняя коллекция, да? Сокровища. Плюшевого мишку Амадея обычно можно найти в домах. Это мы все читали. Так, обезделушки. Шесты читали, это читали. Так, хорошо, идем на карту и все, тогда идем ближе к фи... А, нет, еще много. Еще 4 контрольные точки. 2, 5 и 2. 9 штук. Это 2 боя. Главное, что мы все вот эти безделушки нашли. Помощь рыба. Этот очень неприятный. Они все неприятные. Так, 2 есть. Может, нам это нет? Не совсем. Так, нам надо... Это разобьется, да? Ну, как-то так. Так, 2 забрали. Нужно еще... Здесь у нас 5 должно быть. В принципе, понятно. Где только 5 штук? Наоборот, тот надо было тянуть. И тот не тянется. Туда не зайти. Так, 1. Так, а мы взяли уже на новую, либо это уже вообще следующее? А, все, здесь 5 штук. Хорошо, тогда продолжаем. Собственно, здесь доска. Собственно, здесь квадрат. И вот так. Так. А, белочка. Белочка там на веточке. Так, это у нас вторая и вторая битва. Там у нас еще 3. Ну, здесь, наверное, пройдем, нет?
Наверное, могли. Наверное. Либо же будет печально. А я могу немножко растягивать. Ну, как-то это нам мало чем поможет. А, тем более нельзя так далеко. Ну, допустим, так. Вторая туда не зайдет. То есть нам нужен либо второй шар. А, воздушный, наверное. Да, мы ставим второй шар сюда. Хотя, может, ну, в принципе, даже пускай будет шар. Так, нави, поднимаем. Единственное, его нельзя к себе притянуть. Ну, как-то такой себе. Такой себе. Он только наверх. Значит, только вот так. Опять же, наверное, неправильно, но... Пусть будет так. Бы нет. Хочу, чтобы Мишка путешествовал с нами. Но он не такой волшебный, как мы. Что, если Пушистый попадет в беду? Пусть он лучше останется в лесу. Так, должны были где-то еще одну спрятать. А вот последняя, да? Последняя же, все. Все прошли. Так, 50, 100, 100. Так, все прошли. Спасибо, что защитили наших лесных друзей. И в благодарность я подарю вам немного своей магии. Но этого не хватит, чтобы разрушить проклятие принца. Для этого нужно завершить зелье. Отыщите мою старшую сестру в лесу фей. Спасибо вам, лесной господин.